Всем привет! Сегодня хочу вам показать советский нож-брелок. Вот такой вот Ту-154. Производился данный брелочек в городе Чебоксары. Посмотрите, какая качественная нержавейка. Немножко там облезла эта красная изнутри. Пленочка такая, покраска. Самолетик. Подвес. Открывашка для бутылок. В таком вот шарнире. Она тут влево-вправо. Что у нас здесь? Вот. Прорезь для ногтя. Открываем. Вот такая вот открывашечка. И с другой стороны у нас вот такой вот клинок. Есть, кстати, такие модели еще в таком же размере, но у них есть еще, не помню, вместо этих предметов, короче, там вилка и ложка. Вот такой вот кусок истории. Сделано очень качественно. Посмотрите. Все, всем пока.